Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Продолжаем изучать французский по сериалу «Элен и ребята». В этот раз разберем очередной эпизод из первой серии, где уже Джоанна знакомится с ребятами. Этот эпизод полон забавных сцен, шуток, насмешек, ну и, конечно же, полезной лексики, которую я постарался наиболее подробно разобрать для вас. Je vous dis qu'elle se moque de nous. Je vous dis qu'elle se moque de nous. Говорю вам, они смеются над нами, уверяет своих друзей Этьен. Des filles qui nous rappellent deux heures après nous avoir quittés, ça n'existe pas. Des filles qui nous rappellent deux heures après nous avoir quittés, ça n'existe pas. Девушки, которые звонят нам спустя два часа, как нас покинули, этого не бывает. Ты complètement négatif, Etienne. Je suis sûr qu'on leur plaît. Ты complètement négatif, Etienne. Je suis sûr qu'on leur plaît. Ты совершенно негативен, Этьен. Я уверен, что мы им нравимся. В данном высказывании Кристиана встречаем пример косвенного дополнения или complément d'objet en direct, где слово или группа слов, которые связаны с глаголом и отвечают на вопрос «кому», ну или «чему», заменяются приглагольным местоимением. Personnellement, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison que c'est toujours les garçons qui râlent. Personnellement, je trouve ça très bien. Лично я считаю, il n'y a aucune raison pour que ce soit toujours les garçons qui rappellent. Нет никакой причины в том, чтобы это были всегда парни, кто звонит. Ou alors elle se moque de nous. Ou alors elle se moque de nous. Тогда они смеются над нами, предполагает Этьен. Elles nous font venir ici, elles nous laissent poireauter. Elles nous font venir ici, elles nous font poireauter. Они заставили прийти нас сюда, заставили ждать. Faire poireauter, заставлять ждать. Et après, elle raconte à leur copine de fac comment elles ont fait marcher trois gros bêtas de première année. Arrête, Etienne, tu noircis tout. Et après, elle raconte à leur copine de fac comment ils ont fait marcher trois gros bêtas de première année. И потом они рассказывают своим подругам с факультета, как обманули троих болванов первокурсников. Faire marcher quelqu'un. Обманывать, водить за нос. Бета, дурачина, болван, дурак. Arrête, Etienne, tu noircis tout. Перестань, Etienne, ты сгущаешь краски. Глагол noircir, образованный от прилагательного цвета, как и другие глаголы подобного рода, blanchir, rougir, jaunir, относятся к глаголам второй группы и, следовательно, спрягаются соответствующим образом. On est plus au lycée, on est à la fac. Мы больше не в лицее, мы в университете. В первой части данного высказывания Кристиана «on est plus au lycée» встречаем отрицание, выраженное непривычной частицей «па», а наречием «плю». Данная отрицательная конструкция, согласно учебнику французской грамматики «Grammaire en dialogue», называется «la négation complexe», то есть сложное отрицание, которое образуется схожим образом с «la négation simple», но вместо частицы «па» использует ряд различных наречий, оборотов и неопределенных местоимений, таких как «plus», «jamais», «rien», «personne», «nulle part», «aucun» и так далее. Что касается второй части высказывания Кристиана, отметим слово «la fac», которое помимо «факультет» толкуется так же, как университет. C'est plus des gamines effarouchées, c'est des femmes de vrai. C'est plus des gamines effarouchées, c'est des femmes de vrai. Они больше не испуганные девчонки, а настоящие женщины. Des femmes, je te dis qu'elles viennent pas, je te paye 50 francs. Ok, pari tenu, donne-moi les tout de suite. Des femmes, moi je te dis qu'elles viennent pas, je te parie 50 francs. Женщины, женщины, говорю тебе, они не придут. Ставлю 50 франков. Pari tenu, donne-moi les tout de suite. По рукам, давай их мне сейчас же. В этой реплике Кристиана обращаю ваше внимание на фразу в императиве donne-moi les. Согласно учебнику французской грамматики Grammaire essentielle, местоимение дополнения ставится после спрягаемого глагола в утвердительной форме повелительного наклонения. Les voilà. Les voilà. Вот они. Super, tu as la tienne. Super, tu as la tienne. Здорово, вот и твоя девушка. Дословный перевод. Здорово, у тебя есть твоя.
В данной реплике Николя встречаем пример притяжательного местоимения или «le pronom possessif», которое употребляется с определенным артиклем и не требует существительного. Пожалуйста, не путайте «le pronom possessif» с «l'adjectif possessif». Arrête, dis pas de bêtises, je déteste les grandes bringues. Перестань, не говори глупости, терпеть не могу дылд. Grande bringue. Дылда, лошадь, а не складной высокой девушке. Ку-ку. Привет в разговорном французском. Excusez-nous, mais c'est la voiture de Johanna qui avait un petit problème pour démarrer. Простите нас, но в машине Джоанны возникли небольшие проблемы с запуском двигателя. C'est depuis que j'ai changé chez Claire pour économiser l'essence. Эта реплика Джоанны, а также ее перевод, послужат нам в качестве примера одного из видов лексических трансформаций, которые необходимо принимать во внимание при переводе с одного языка на другой. Суть лексических трансформаций заключается в замене отдельных лексических единиц исходного языка лексическими единицами переводящего языка, которые не являются их словарными эквивалентами. Итак, в данной реплике Джоанны нас интересует слово «жиклер», которое в словарях имеет следующие значения: «жиклер», «форсунка», «распылитель» и так далее. Телекомпания «Класс», осуществлявшая перевод данного сериала в 90-х годах, толкует его следующим образом. В связи с тем, что я поставила прибор для экономии бензина. Итак, технический термин «жиклер», обозначающий деталь карбюратора, при переводе на русский передается более общим словом «прибор», что является примером генерализации, то есть от частного к общему. Mais alors, c'est lequel le mien? Ну и который же мой? C'est lui. Это он? C'est pas vrai, il plaisante, je suis déjà pris. Нет, это неправда. Они шутят. Я уже занят. Non, c'est pas vrai, en fait, je suis libre. Нет, это неправда. На самом деле я свободен. Vous avez raison, il est pas très beau, mais il est rigolo. Вы правы, он не очень красив, но забавен. Qu'est-ce que vous attendez, me présenter? Moi, c'est Johanna. Nicolas. Etienne. Salut, Johanna, c'est Christian. Mais qu'est-ce que vous attendez, me présenter? Ну, чего же вы ждете? Представьте меня. Moi, c'est Johanna. Я Джоанна. Николя. Этьен. Salut, Johanna, c'est Christian. Привет, Джоанна, я Кристиан. C'est un peu petit. Asseyez-vous, les filles. Эта реплика Николя может послужить нам еще одним примером переводческих трансформаций. В данном случае при переводе может быть использован прием лексического добавления, то есть внесение дополнительных слов для адекватной передачи контекста. Итак, высказывание Николя «C'est un peu petit, asseyez-vous les filles» переводим следующим образом. «Этот маловат. Садитесь, девушки, за другой». Указание на другой столик не имело места во французском варианте. Sympa de nous avoir appelé. Здорово, что вы нам позвонили. Johanna a beaucoup insisté. Джоанна сильно настаивала. Vous buvez quelque chose? Что-нибудь выпейте? Bah oui, un jus d'orange. Да, один апельсиновый сок. Два. А moi une pêche melba, j'ai rien mangé à midi. А мне один персик мельба. Я ничего не ела в обед. Персик мельба. Десерт, состоящий соответственно из персика, ванильного мороженого, спелой малины, сахарной пудры и миндаля. D'accord, je m'en occupe. В этом высказывании Джоанны встречаем отглагольное прилагательное «contrarié», которое в словарях толкуется следующим образом: раздосадованный, расстроенный,
недовольный. Соответственно, реплику Джоанны «J'étais contrarié, mais maintenant ça va beaucoup mieux» мы переводим так. «Я была подавлена, но сейчас мне намного лучше». Однако глагол «contrarié» во французском языке зачастую имеет немного другую семантику. Переводится он обычно таким образом: «мешать», «препятствовать», «срывать», «досаждать», «стеснять» и так далее. Эти значения, по-видимому, были приняты во внимание телекомпанией «Класс», осуществлявшей перевод данного сериала в 90-х годах. Все дела да заботы. D'accord, je m'en occupe. Хорошо, я сбегаю. Или дословно, я ими займусь. Здесь мы встречаем местоимение «en», употребляемое в роли прямого дополнения, которое заменяет существительное с неопределенным или частичным артиклем, либо фразу, выражающую количество. Рассмотрим это высказывание Джоанны также на предмет переводческих трансформаций. Сравнивая оригинал с переводом, осуществленным в 90-х годах телекомпанией «Класс», можно видеть, что здесь имеет место антонимический перевод. Был бы он немножечко повыше. То есть отрицание или «па» трансформировалось в русском в утвердительную конструкцию «был бы». T'inquiète pas, on s'en occupe, on va lui faire manger de la soupe matin, midi et soir. Не беспокойся, мы занимаемся этим. Кормим его супом утром, днем и вечером. Эй, il est super ton pull. У тебя классный свитер. Il vient d'Australie. Il vient d'Australie. Он из Австралии. Ты ездила туда? Напоминаем для тех, кто подзабыл, что глагол «aller» в passé composé спрягается с глаголом «être». Oui, j'ai vécu 6 ans avec mes parents. Oui, j'ai vécu 6 ans avec mes parents. Да, я там жила 6 лет с моими родителями. Vécu – это particip passé, то есть причастие прошедшего времени глагола vivre. Ça doit être sublime, non? Ça doit être un truc sublime, non? Должно быть там великолепно. C'est pas mal, mais je préfère la France. C'est pas mal, mais je préfère la France. Неплохо, но я предпочитаю Францию. Mais c'est normal, les garçons sont plus beaux. Oui, c'est normal, les garçons sont plus beaux. Да, согласна, парни здесь красивее. Фраза «c'est normal» переведена нами контекстуально. В официальном переводе данного сериала эта фраза опускается. У нас мальчики красивее. В этом высказывании Кати встречаем также пример сравнительной степени прилагательных, или «le comparatif», которое в данном случае образуется при помощи наречия «plus». J'ai encore fait une gaffe, c'était à vous de dire ça. Et puis j'ai encore fait une gaffe, c'était à vous de dire ça. Ну вот, еще одна оплошность с моей стороны. Это вы должны были сказать. Гаф. Бестактность, промах, оплошность, неловкий поступок. Alors c'est vrai, vous êtes des musiciens. Alors c'est vrai, vous êtes des musiciens. Ну а это правда то, что вы музыканты? Bon, on essaye. C'est pas tu facile. Tu joues quoi, toi? De la guitare? Ah, moi aussi, c'est marrant. Enfin, je gratouille. Ouais, enfin, bon, on essaye, c'est pas facile. Да, в конце концов, мы стараемся. Хотя это непросто. Tu joues de quoi, toi? А ты на чем играешь? Ah, moi aussi, c'est marrant. Enfin, je gratouille. А, я тоже. Это забавно. Хотя я скорее бренчу. Gratouiller de la guitare. Пощипывать струны гитары. T'inquiète pas, lui aussi. T'inquiète pas, lui aussi. Не волнуйся, и он тоже. Имеется в виду, бренчит, пощипывает струны. Нет, я вредничаю. Нет, он хороший гитарист. Серьезно. Méchant. Злой, вредный, гадкий, противный. Et toi? Et toi? А ты? Moi c'est de la basse. Il y a moins de notes à jouer. Moi c'est de la basse, il y a moins de notes à jouer. Я басист, играю не так уж много нот. Et le mien? А мой? Je vais dire l'autre. Comment s'appelle déjà?
Enfin, je veux dire l'autre. Comment il s'appelle déjà? Хотела сказать другой. Как его зовут? Christian. Tu crois pas que tu vas un peu vite, Johanna? Тебе не кажется, что ты немного спешишь, Johanna? Mais non, autant que je sois claire. Regarde, si toi tu prends Nicolas et puis Cathy prend Étienne, ça me laisse Christian, non? Non? Mais non, autant que les choses soient claires, regarde. Но нет, все же и так ясно, смотри. Si toi tu prends Nicolas et puis Cathy prend Étienne, если ты выбираешь Никола, а Кати Этьена, ça me laisse Christian, non? Мне остается Christian, не так ли? Mais faites pas cette tête-là. Mais faites pas cette tête-là. Не противьтесь этому. Faire tête – сопротивляться, стойко держаться. Хотя можно перевести и более дословно, например, не качайте головой. Johanna a raison. Ça tombe très bien. Johanna a raison et puis ça tombe très bien. Johanna права, и потом все очень хорошо складывается. C'est toi que je préfère. C'est toi que je préfère. Ты мне нравишься. Дословно. Это ты, кого я предпочитаю. Moi je te trouve super mignon. Moi je te trouve super mignon. Я тебя нахожу чертовски милой. On va changer de place. On va changer de place. Поменяемся местами. Tu t'assieds à côté de Johanna. Oui. Mais pourquoi? Tu t'assieds à côté de Johanna. Садись рядом с Джоанной. Изучающие французский язык нередко находят затруднительным использование возвратного глагола «s'asseoir». Давайте проспрягаем его в настоящем времени. Je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'asseye. Однако существует и другой тип спряжения данного глагола. Je m'assois, tu t'assois, il s'assoit, nous nous assoyons, vous vous assoyez, il s'assoit. Ben, pourquoi? Ну почему? Удивленно комментирует Кристиан принятое за него решение. Allez, viens, viens. Ну давай же, иди. Plus vite que ça. Побыстрее, потрунивает над ним Николя. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось наше видео. Оставляйте свои пожелания и предложения в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам ВКонтакте.